Так, вышла из апатии, нашла для себя цель и смысл. Ну, вообще огонь. Я так рада. Вот, это, вот люди, которые ко мне приходят на консультации, потом с такими фидбэками приходят, это прям... Это очень приятно. Я вообще за каждого из вас я супер радуюсь, потому что когда идет выход из какой-то дичи, это прям чувствую очень-очень сильно. Вот. Каждый раз сама из какой-то же влажу. И когда вот люди мне пишут, что вылазят тоже, это прям красотка моя. Так, поехали дальше. Что у нас там еще? Так, как узнать свое третье число и что оно означает? Вот расскажу на 9-дневном практикуме, как его считать. Секретное число. А означает оно, это число сферы, это число, которое либо помогает очень сильно душу реализовать в итоге, либо давит, когда у нас энергии мало. То есть оно пытается дать нам энергии, но когда мы в эго находимся в домике, то оно просто на крышу этого домика давит, нас в землю втаптывает. Вот так вот примерно. Так, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, 6851 – это Клёшка Капустина, это его формула. Я за эти реализации эти штуки не шарю. Так. Лол, 28.08.2008. Что можете посоветовать для успеха, мужчина? Угу. Так, ну что посоветовать? Сначала очень рекомендую пройтись по пути служения. Что это значит? Это значит поработать ручками в сфере, в которой хочется. В сфере, в которой собираемся стать лидером. Почему это важно? Потому что это поможет и понимать своих будущих подчиненных. Вот, и поможет как раз-таки разбираться в людях более тонко. Вот снизу вверх пройтись самостоятельно, не ожидая никакой помощи, ни от кого вообще. Фигачить, вы офигеете от результатов итоговых. То есть задача ваша до лет 30 плюс-минус – это набраться опыта. Набраться опыта разностороннего, чтобы людям создавать возможности, давать им стратегии действий. То есть в подчинении, чтобы когда люди были, вы могли им четко помогать, чтобы они росли, пройдя путь от А до Я. Угу. Так-то. Тем более тут еще и миссия один. Тут 1-1-1. Короче, в лидерство по-любому, в управление по-любому, по-любому идти вот в этот в историю реализации себя, своих талантов. Не бояться, не принимать все на свой счет, потому что многие люди будут говорить, у тебя не получится, или такие, как ты, там какие-то не такие. Все будут проверять эго. Всех нафиг, выключаемся. Чувствуем, что надо куда-то идти, идем туда. Если других людей что-то касается, то уже там стараемся с пониманием, с эмпатией к ним относиться. Вот. Анатолий Леонтьев. 23 число. Кто я? Вы котик. Пятерочка. Так. 23.11.84. 4... 5-2. От бизнесмена до дипломата. Вообще класс. Привет, малыш. Оля, пипец, обновил я iOS. И чё? У меня, по-моему, работает тут или нет? Не работает. ТикТоки не работает. Это у меня был вот этот вот жест, короче, и тут шарики должны выпускаться. Шарики не выпускаются. Вот. Такая вот движуха, друзья мои. По поводу 9-дневного практикума. Пишем в личку, все условия скину. Вообще будет все супер приятно. Вот. Те, кто участвует, получат у меня в подарок календарь на 2024 год. По вашей дате рождения посчитанный. Получат медиташки, получат поддержку в чате. Короче, собираем такое микро-комьюнити на передачу знаний. Разберем значение каждой цифры глубоко. И до талого за 9 дней. 9 дней, 9 цифр. И каждого участника тоже разберем. Поэтому, ну, до человек 10, наверное, я возьму. Так, Лол пишет, есть проблема часто ссорить с людьми и проблемами. Что не нравится никто, поможете советом? Так, сложный вопрос. Ну тут надо эго свое осадить просто. Фишка в этом. Оно же постоянно страдает. Постоянно что-то ему не нравится. Надо себе задавать вопрос, насколько целесообразна моя реакция. Так. Вот.
Работаем над эго, работаем над тем, чтобы понять, что это такое, что мы не анал, и вот чтобы разделиться с ним. Потому что ваша душа как бы не ссорится с людьми хочет, на реализации хочет. Покровительство как минимум другим людям, а не ссориться с ними. А то кажется, что все вокруг несправедливые, такие там 3/8 в матрице минимум, я все видела. Так, Наказ пишет, у моего старшего сына сегодня ДР 14.06.2003, куда в ближайшие года надо стремиться? Сейчас скажу. Так. Сейчас год один, как раз таки, начало нового. Стремиться к реализации его желаний, стремиться к нему, к пониманию того, чего он хочет, в чем он хочет реализовываться, какие он хочет проекты начинать. Все самое амбициозное и интересное, всему говорить «да» и пробовать. Максимум новенького всякого, максимум интересненького всякого, вот во все. Прям пока еще есть энтузиазм, туда прям... Вот так вот. А детальнее, Анатолий, приходите на практикум, узнаете вообще много. Вот так вот. Что ж, друзья мои, всех поразбирали, классно пообщались. Я уже сегодня в Инстаграм жаловалась, что из-за сидящего образа жизни в последнее время едут мои косточки, поэтому приходится разминаться. Тут я уже сижу 2 часа, поэтому пора вставать и куда-нибудь идти. Вот. Всем шаббат шалом. Всем как бы этого. Чем мне заниматься, не могу понять. 7, 6. Смотря в чем вопрос, про чем заниматься. В работе это и кризис-менеджмент, это и управление, это и инвестиции, это и духовные практики. Даже тарошка какая-нибудь, там нумерология тоже пойдет, зайдет. Вот. Йога-тренерство, сексуальной энергии много, сексолог тоже можно, психолог тоже можно, 6-2, творческая психология, арт-терапия. Весь мир перед вами открыт, вопрос, к чему сейчас душа лежит. А чтобы узнать, к чему душа лежит, идем через медитацию, разжимаем энергию, которая зажата, и двигаемся в направлении своей цели. Если у кого-то подвис вопрос по своей реализации, в плане того, куда конкретно двигаться и сложно из себя клещами вытянуть куда, приходим ко мне, пишем: Оля, надо дело жизни разобрать. И идем в трансовую сессию. Трансовая сессия – это как сессия по психосоматике. То есть я там буду вести, ваша задача – лежать и отвечать на вопросы. Все. И в итоге будет идти трансформация конкретно в этой сфере. Это на генных ключах на базе. Вот, поэтому тоже пишем, не стесняемся. Так, а что за система у вас? Матрица судьбы? Не матрица судьбы. Я комбинирую знания из суцайт, из восточной философии, из ведической нумерологии и из психологической, говорю, пифагорической нумерологии. Вот, помимо этого, генные ключи еще использую, которые еще вот около human design там тусуются. То есть я беру все то, что у меня работает. Вот. Вот так вот. ЛТ во благо, всем во благо. Что ж, друзья мои, связаться со мной можно по ссылке в шапке профиля. Напомню, там есть кнопочки, там записаться на консультацию и так далее. Это все ведет в личный мой телеграм. Вот. Поэтому еще раз всех благодарю за этот чудесный эфир. Всем вот любовь, кайф, наслаждение, шикарной пятницы. Пятница – это день недели Венеры, поэтому успейте доделать все дела до конца, кайфануть, себя порадовать. Ну и не забывайте, что всех люблю.